Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Футболисты «Крыльев Советов» отремонтировали поле на стадионе «Металлург». Павлюченкова и Касаткина пробились во второй круг теннисного турнира в США. Самарские студенты побеждают на Всемирной летней универсиаде. На старте Всемирной летней универсиады самарские дзюдоисты и пловцы выиграли первые медали. В китайском Тайбэе за сборную России выступает 11 спортсменов 63-го региона. Валентина Костенко на татами поборола Анастасию Шевченко из Украины и завоевала бронзу. А пловчиха Анастасия Гуженкова выиграла серебро в эстафете 4 по 100 метров. Результат российской команды 3 минуты и 40 секунд. Победили канадские спортсменки, опередив россиянок на сотые доли секунды. Во Всемирной летней универсиаде за награды сражаются 7700 спортсменов из 141 страны. Они разыграют 275 комплектов медалей по 22 видам спорта. Самарские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина успешно стартовали на турнире в Нью-Хейвене, США. Павлюченкова в первом круге обыграла американку Кристину МакХейл со счетом 3-6, 6-2, 6-4. Касаткина встречалась с чешской спортсменкой Барбарой Стрицевой и победила в двух сетах 7-5, 6-3. Во втором раунде ее ждет бельгийка Элис Мертенс. Соперница Павлюченковой пока неизвестна. Призовой фонд Нью-Хейвена – 710 тысяч долларов. На стадионе «Металлург» на третьем тренировочном поле постелили новый искусственный газон. На нем занимаются юные воспитанники Центра подготовки футболистов и основная команда клуба. На ремонт не потратили ни копейки бюджетных денег. Реконструкцию оплатили игроки «Крыльев Советов». Прежде всего, старожилы клуба, а капитан команды Иван Таранов внес третью часть необходимых средств. Это прекрасное начинание, которое можно только поддержать. Тем интереснее, что в будущее юных футболистов вложили деньги не коренные самарцы, а ребята, которые долгое время играли здесь, рассказал финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!